Google Assistant понимает более 4000 команд, а Amazon Alexa – более 56 тысяч. Персональный помощник Google Assistant за последнее время стал значительно умнее. Если еще в январе прошлого года он понимал 1719 команд, то по состоянию на январь 2019 года количество доступных пользователям команд увеличилось до 4253. Несмотря на впечатляющие темпы роста, этот персональный помощник существенно уступает Amazon Alexa, который по состоянию на конец 2018 года понимал более 56 тысяч команд. В исследовании говорится о том, что столь сильное превосходство Amazon Alexa объясняется большим количеством команд, которые означают одно и то же действие, но могут произноситься разными словами. Это преимущество, с другой стороны, сбивает с толку некоторых пользователей, которым проще запомнить конкретную формулировку для того или иного действия.